В Самарской области продолжаются выборы губернатора. Они продлятся до воскресенья. Промежуточные итоги второго дня голосования подвели в избирательной комиссии региона. Явка на 15 часов составила 34,44%. Свое избирательное право реализовали 821 187 человек. Сейчас на территории губернии работают 1752 участка. Один из них временный, находится в аэропорту Курумыч. Завтра откроется еще 14 временных избирательных пунктов. У нас проходит голосование по дополнительной форме. Это для лиц, где нет помещений для голосования. И транспортные сообщения с этими территориями удалено. Это отдельные деревни. Там тоже проходит выездное голосование, куда члены участковой комиссии приезжают, оборудуют избирательный участок в упрощенном виде, но со всей атрибутикой. Это и ящики для голосования переносные, это и ширмы для голосования, вся информация, необходимая для избирателей, в том числе и списки избирателей, проживающих на данной территории, также избирательные бюллетени.